последний раз я играл против Титова, это в 96-м году. Пропускали от него тогда? Нет, меня тогда забивал Никифоров, Цимбаларь. Кто-то там другие, но Титов не пропустил. Сегодня сбылась ваша мечта пропустить Егора Титова и Дима Оленичева. Да. Какие выдался матч, победила дружба, да. Ну, видите, они были впереди, потом мы впереди. Как бы пошутили здесь «Союз», «Нечай орала». Поэтому мы хорошие почему-то, порезвились, поиграли. Ну, еще в порядке. Спасибо за рядки. Не надо давать кому повода, чтобы я был не в порядке. Не дашь, как говорится, дашь слабинку и все.